Дайте же ему сказать. После того, как император Вильгельм милостиво поговорил со свитой, он сказал: «Теперь я с вами прощаюсь, господа. А о дальнейшем с вами будет говорить». Портьера раздвинулась, и в зал вошел наш государь. And I stand inside today at the edge of the future, and my dreams all fade away. I have burned my tomorrow. А если вы не дома, что мы будем делать? Today, может, в милицию позвоним? At the edge of the future. Что смеешься? And my dreams all fade away. Как ладно, как ладно. Ну, порвал платье, не чтобы извиниться. Ты ладно. Я обалдел. Чего я обалдел-то? Лен, это честно. Ты обалдел, порвал платье и даже извиниться не мог. Лен, вот... Чего, да отстань! Идиотка, скорую давай! Хотите, чтобы я уехал отсюда? Я остаюсь! Хозяйственный ты мужик. Хохол, что ли? And burn my shadow away. Александр? And burn это my ты? Shadow away. Да, папа, это я. Как ты разговариваешь с собственным отцом? Что с тобой? Что случилось? Со мной ты случился, папа. Эскаро? Дорогая вещь. Ну что вы, сеньор, вы же видите? А почему хозяин испортил хорошую книгу, чтобы ее спрятать? Не знаю, сеньор. Может быть, она была ему дорога просто потому, что она принадлежала тебе? Свои соберешь, виза в Европу у тебя есть, денег на первое время хватит. В городе оставаться нельзя. He is young and strong. He can do it with my support, and he will. This is madness. What's your word, Ivan? Or what? Or you will whip me like a slave? I've never treated you like a slave. I never treat anyone like a slave. You just did. You treat your own son like a slave. Captain. Captain. You gave me my freedom. Remember. Лиза тоже умерла. Тоже. Еще умерли. Папа, мы с тобой умерли. Понимаем, мы с тобой умерли. Запиши свой блокнот. Сегодня умер Женя и его отец. Владимир.
я сижу на манса. Перед моим взором простираются бескрайнее пространство. Леса, поля, холмы, река, небо. Я покоен. Я покоен и счастлив. Так что, господа, будем договариваться?